Во время отопительного периода увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Основная причина возгораний – это нарушение требований эксплуатации отопительных приборов и установок, а также неосторожное обращение с огнем. На территории муниципального образования Славянский район за истекший период произошло 11 пожаров, за аналогичный период прошлого года 7 пожаров, на которых погибло 2 человека, аналогичный период прошлого года 0 травмировано, 0 АППГ, также 0. Основными причинами возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, поджог, а также неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. Хотелось бы еще раз напомнить жителям нашего района о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Если же отопительные приборы электрические, то запрещается использовать их с видимыми нарушениями изоляции электропроводки. Также запрещено накрывать какими-либо тканевыми предметами. Если же вдруг возник пожар по причине неисправности электрических отопительных приборов, то необходимо сразу же покинуть помещение и вызвать подразделение пожарной охраны. Также нередко происходят пожары по причине короткого замыкания электропроводки. В основном они происходят из-за перегрузки сети, либо же если используются различные материалы токоведущих частей. Хочется напомнить о недопущении разведения костров на территориях населенных пунктов, на территории частных жилых домовладений.